Ученые выяснили, как финансовый достаток отражается на лицах людей. Посмотрим. Шотландские ученые из университета Глазго установили, что взглянув на лицо человека, можно определить его социальный статус. Наличие финансового благополучия человека выдают рот и глаза. В эксперименте, который провели исследователи, участвовало 160 человек, имеющих разный достаток и условия жизни. Испытуемым показывали черно-белые фотоснимки людей, у которых годовой доход составлял 150 тысяч и 35 тысяч американских долларов. На лице этих людей не было никаких отметок, татуировки, пирсинг и прочего, выдающих их социальный статус. Состоятельных людей удалось определить в 68% случаев. Испытуемые считают, что у богатых людей глаза излучают радость и уверенность, а на лице улыбка. Если человек имеет низкий доход, то его лицо выглядит строже. Стоит отметить, что для своих выводов участнику эксперимента потребовалось всего 0,5 секунды. Это говорит о том, что человеческий мозг способен переработать информацию и сделать определенные выводы. Данный эксперимент показал определенную связь лица человека с его финансовым состоянием. Однако у некоторых исследователей также вызвал интерес тот контингент, достаток которых не удалось по фото правильно установить. Возможно, потребуется провести дополнительное исследование. Ранее российский ученый сообщил, что продолжительность жизни зашифрована в чертах лица человека. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки и подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!